Ты, да, именно ты. Если хочешь поиграть на ставках, заходи на мой сайт рулетку вещей ksgofastloot.me. У нас есть система карточек, магазин и множество других фишек. Fastloot.me. Ссылки в описании. Всем привет, ребята, с вами Такс и Кофе Вайт. И сегодня мы играем в мини-игры CSGO. Йоу! Всем привет, дорогие друзья! Да-да-да-да-да! У нас необычная сегодня карта для мини-игр. Здесь люди сами выбирают толпой, какую карту включить. А выбирается да, это посредством стрельбы из АВП. Вот куда стрелили, да. Стрелили. Да, выбрали ой, говно. Это самый нелюбимый мой режим, потому что он самый непонятный. О, ну я, кстати, прошел. Нет, написано на конце упал. Бля, сейчас... я тоже на конце упал. И, в общем-то, ребят, мы, скорее всего, сейчас сдохнем здесь. Потому что... Прошел, прикинь. Про нет, блин. Блин, я что-то тупанул жестко. Хотя бы не хопить-то достаточно хорошо умею. Ну, пожалуйста. Блин, я понимаю, что я первый прохожу, а вот, ребят, раньше я первый не проходил. Когда... Все, нас убьют, нас убьют сейчас. Кто? Нас или... Кто? А где оружие? А где чувак с оружием? Он решил, знаешь, как... Шутка, кто сгорел-то? Шутка-то. Какая? Подожди, что-то... Ребят, если вы поняли, значит, пошутите в комментариях. Я вам даю эту возможность. А мы... Ну кто-то сгорел, блин, из про игроков. Кто же? Ну ладно, неважно. Зевс. Да, вот. Помню этот мемчик, боже, это было на Дримхаке буквально недавно. Ой, как... Я думаю, вообще по-другому что-то какую-то говоришь. Так, смотри, давай я хочу... Лоу гравити кнайф я выбираю. Пуш кнайф, вот это вообще идеально просто. Пуш кнайф, всем привет, с вами Юля Пуш кнайф и... Давай. Я по ней стреляю как могу, понимаешь, но... Он реально крутой, да там все, по-моему, по нему стреляют, смотри, как много пушек там. Да, ну, мне кажется, эта карта сейчас будет выбрана. Да. Смотри, короче, в чем прикол. Я знаю, в чем прикол, Олег, я знаю. Ну а вдруг, короче, ладно, ребята, вы, может, не знаете, может, знаете. А где у меня нож? Я подобрал ножик, я подобрал, отлично. Ну да, давай. Нет! Сука, никого не зарезал. Там Зевс подбирает. В общем, ребят, смотрите, посередине спавнится оружие. Там может быть ножики. Там... О, как талимон, там все подобрали, капец. Нет, так нет, вообще, нет, а, нет. Горим! Так, нужно подобрать, там есть еще один молотов. Да, я же кого-то его подрезал, ну давай, дай, пожалуйста. О, сейчас всех там, смотри, подожгу. Да. Я прыгаю, короче, Олег, мы с тобой в команде же, ёпте в каку. Да, мы с тобой в команде, Лёха. Я прыгаю, в общем-то, меня не убивают. Да. Хороших, осталось двое, давай, еще чуть-чуть. Так, вот этот режим, ребята, мне нравится. Блин, это меня покоцали, а не меня, не я. Что я несу, сука? Давай. У тебя хп, Лёха? У меня 31. Его уже все, мочнули. Наша команда однозначно выиграла. Сейчас будет бомба, граната. Так, сейчас, по идее, вообще оружие дадут. А я не подобрался. Я помню то, что в конце еще эмку можно, короче, подобрать. О, это было бы жестко. Ну все, я минус 2 дал, отлично. Хорош. А у меня 24 хп осталось. У меня 31, я вроде не горю еще. Ну все, ребята, выбираем следующую карту. А это будет у нас что-то даже интересное. Так, вот тут война на ножах есть, да? Да. Что-то непонятно на самом деле, как это тут выбирать, тут как бы сначала не написано, только потом как-то вроде появляется, да? То есть, ну, я не знаю, тут надо сначала их расстрелять или что? Да. То есть я, короче, буду. А здесь есть какая-то еще кнопка справа, слушай, если по ней стрелять. Нет. Вот. О, смотри. Вот клайм тоже прикольная штука, вот на нее можно сходить, потому что там. Клайм, давай ее, давай в нее стреляем. Вот, давай ее, прям пробиваем вот так вот мощненько. Давай. Перезарядка тупая. Тут карту могут выбрать, а я перезаряжаю. Все, выбрали. А, все, смотри. Опять это. Блин, опять говно. Почему оно людям нравится? Вообще, ребят. Блин. Так, ладно. Собрались. Бляха, муха. Да, все, а уже все. Опять, опять же, опять, я не опять, знаю, опять, как он это делает. Пацаны, новая карта. И эта карта принесет нам море эпика и угара. О, например, нам дали эмки, и здесь, скорее всего... А что здесь всего... нужно делать? Я не знаю, полу-ВХ, смотри, полу-ВХ какой-то. Это, я читер? Я читер. Подожди, а что здесь делать надо? Здесь, типа, ну, стреляться, то есть, как бы, стрельба, да, то есть, получается? ВХ есть, а толку нет. И все тормозит, подожди, кстати. А как вообще тут люди умирают-то? Я никого не вижу здесь. Я так тоже. Я как бы... Опа, да? А, они sometimes показываются. А, sometimes. Только я никого не вижу. Все, отлично. Я даже не понял смысл этого режима. Я то есть, короче, иногда проскакивает место, где находится чувак. Ну, то есть, сквозь стену его видно. А потом он пропадает, и как бы это обычная стена. Ты либо можешь прострелить, либо ты знаешь, где он находится. Прикольная штука. Ого!
Это что с видеокартой у меня? Что? Ребят, мы сломали видеокарту! Капец, это что за... Что за наркомания? Капец! Ах! Они летают! Кого стрелять? Это, а, тут на мухах, я думал, мне ВП дали. Я не вижу, кого стрелять. А чё потемнело сейчас как? О, минус дал, минус дал. О! Вижу, 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 вижу чувака. Попал. Убил! Так, это он сдох, отлично. Убил. Так, я на... А, мы с тобой вместе его кацанули, жестко. Нормально. Вон, я видел еще одного, по-моему, он где-то сверху летает. Ой, ты чё так быстро? Там кто-то вообще очень-очень быстро летает, Лёха. А я тоже умею это делать. О, все, убили. Блин, ну карта вообще суперская такая была. Так, я тоже быстро, кстати, летаю сейчас. Да, блин, прикольно, сломали видеокарту, реально. Блин, а, надо наверх подниматься, я понял. Я помню, я в Battlefield играл так вот, с такими же. Все, выбрали уже карту. Я не знаю, короче, я никогда не добирался до того, чтобы выбирать. Нет, я выбирался, чё, кого обманывают. Так, а сейчас чё? Это типа... Олег, Олег, давай какую-нибудь комнату, давай предпоследнюю справа. А я уже вошел, слушай, Лёха. Какую? А я не помню, по-моему, какую-то вторую или... Нет, четвертую или третью. Блин, да без разницы, короче, я на диглах. Я уже пошел, я вниз спускаюсь, то тоже, смотри, стрельба получается. Да, у меня, эти, как они, дуалберец. Убил. Я одного убил. Так, у меня 5-7. Так, я покоцал одного, серьезно. Отлично, еще минус анал. Ну тут стрельба как бы чисто мое. Да кого? Я пока что больше всего раундов за раунд я делал. Быстренько, конечно же, со всеми справляются тут, потому что как бы очень быстро, серьезно. Да, вот да, интересно, да. Что сейчас будет. А, бонги, поднимаемся. Интереснее, интереснее. Все, уже чувак как поднялся. Подняться? Там, короче, наверх, я понял как, все. Тут еще, о, футбольчик. О, футбольчик. Мальчики походят на качков, игра в ножички плавно переходит на... Что дальше, не помню. Подожди, а ты видишь, что сейчас было? О, мячик, мячик, нет! Я от него отпрыгнул, нет, нам, нет! Нет, нет, нет! Подожди. А, нам гол забили, нас сейчас ёбнут. Нет, 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 мяч, мяч, мяч. Мяч! Нет, 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 нет. Нет, нет. Убила, сука. Всё, я ещё живой, я ещё живой. Нет, стой, больно. Нет, ты не выживешь. Капец. Прикинь, просто один гол, приколюха. Вообще жесть. А мы пропустили. А я отпрыгнул от мяча, думал, что он именно мне хп снесет, типа смертельный футбол. Чего ж мы раньше в эти мини-геймы-то не играли, они такие прикольные. Так я тебе говорю про то же. Вот я поднимаюсь, поднимаюсь, короче. А тут. Ай, упал! Вон, я понял, там чувак бонихопом затащил. То есть. Опа, опа, опа. Байзон, байзон. Надо закупиться. Давай, я закупился. Гранаты, гранаты, главное, закупи все. А, так, закупил, купил, купил. Так, все, М-ку взял. Так, а здесь типа лабиринты тоже, кто типа выживет, да? Да. О, а фиолетовый смог! Синий дым! Да! Синий дым, че за бред? Капец. Капец. Ребята, карта просто, вот эти мини-геймы, они не перестают удивлять меня. Так. Так, ладно, брошу на шару куда-нибудь. Хрен с ним. Ну еще огонь, наверное, там какой-нибудь фиолетовый или зеленый. Не знаю, не знаю, какой здесь. Может быть огонь, но я однозначно иду. Так, я вперед и в атаку. Что-то слышу наверху, что-то кто-то там ходит, бродит. О, нифига себе! Я ему даже не успел нанести урон по пингу. Чувак просто с дробовика выходит и просто он мне сразу в щипра. Ну я даже не знаю, он только вышел и в это же мгновение он как бы пропал. Я тоже люблю. Бля, не про... Ну я почти пропрыгал. А дальше что надо будет делать, слышишь? Я не знаю. Давай посередине, посередине. О, так 9. О, мне дали Tech-9. Отлично, мне дали Tech-9. У меня тоже Tech-9. О! Ох ты капец, слышь? Здесь вообще стрельба какая-то, ну, странная, на так самом да, деле. Да. Тебя что, ёбнули уже? Молодец. Да, меня убили. Я не знаю, где здесь стрелять надо. Так, а я по нему стрелял, минус здесь... много снес. Или 11, непонятно, но... А, нет, да опять он прибежал сюда, падла. Они уже на респе, мы слились, короче. У нас один чувак остался, походу. А вон, нет, стоп, подожди, у нас есть... А, да, один чувак остался, я просто стою на респе, отстреливаюсь еще с теми. Смотрю, ко мне чувак уже прибегает. В наглую просто зажимает с Tech-9. Ладно. Так, я попробую сейчас наверх залезть, потому что в прошлый раз... Я быстрее всех умею залазить. Ай, блин! Ну, я туда доскакал, но не из первых, сука. Я с другой стороны... Туда надо спидхак, короче, ставить, я не знаю. О, нифига мне! О, опять я зарежем. Давай, пробуем. Отлично. Так, надо смотреть Боба. Да главное по стенкам водить. Капец! Минус дал. О, хорош. Но мне, если не нормально... Они еще взрываются при убивании. Так, сколько? Двое осталось, да? Видимо. Я их ни разу еще не видел, Лёх. Я не знаю, как вы их видите, но...
Они появляются sometimes. Так, так, так. А! Где? На респе их, я испугался. Я даже не видел. Отлично. 91 сразу снес. Он на, идет, нахуй. Он, я не, ладно. А, ей надо было еще выскочить. Минус бы 3 дал. Ну, минус 2 тоже достаточно в этом раунде, так что. О, стрельба здесь, ребят, на самом деле какая-то прям убойная такая и рандомная немного. Как. Да. Да не отмазывайся. А не отмазывают, а. Блин, опять прискакал и не первый, сука. А подожди, а блин, я тоже прискакал. Надо в дырку, короче, тебя телепортнет, короче. А, типа, кто быстрее в дырку провалится, да? О, это что? Я не знаю, тут, короче, типа должно в щели бить. А, там тоже была байсон, слышишь, я забыл закупиться. А, там в щели, вон. Где байзон? А, вон, вижу щели, да. Надо да, приседать, да. Короче. Оп! Я ему сна... Блин, не, я его убил, сука. Меня убили, меня просто выносит здесь моментально. Так, я вижу, я твой USP взял. Да, я буду наблюдать за тобой. На, хэдшот, сука, на. Минус один дал, отлично. Фонарик, кстати, на сервере есть. Фонарик? Зачем да. Он здесь вообще нужен? Так. Ну иногда, sometimes, нужен фонарик. Выбираем мини-гейм, выбираем мини-гейм, выбираем... А, чувак про бонихапивает, я второй был. Я прям почти за ним был. Я нет, я чисто второй туда за ним сразу провалился. Зараза, капец. А? Я там бы там долго выбирал. Бойщик, смотри. О! О! Нет, блин. О! Подожди, это что? Я не знаю, это ВП. Ой, ой! На, о! Минус два, один, точнее, два уже хотел сказать, в голову. Контрольный дал. Блять, унесли меня, все. Ну ладно, минус один дал, разменку дал, все. Ой, блин! Олег опять никого не убил. Что с тобой я сегодня? Убил. А, убил? Я убил одного. А, ну отлично. Что там забрал? Сейчас ты тут галнич там. А то во всех раундах больше я фрагов делаю. Вот вообще я хотел остаться чисто последним, попробовать затащить, потому что с ВП я умею стрелять. Есть определенный. Но здесь такая карта, что как бы здесь и выстрел может твой перекосить вот эта штучка летающая. Я знаю. Бля, все, я просрался. Ну все, это, блин, это нереально, лёха, это просто, там, я не знаю, как вы учатся. Они бонихоп зажимают, ой, опять эта херня. О, опять этот, блин, но мне вот это не очень нравится, на самом деле. Да нормально, тут главное стрелять. Вот, я опять минус дал в голову, сука. Блин, да кончаются патроны, зараза. О, да, еще минус в голову. Лёха, я только в него стреляю, тут... Меня убили, ну я минус 2 дал, меня убили, нормально. О, Олег даже минус дал, отлично. Посмотрим, живой ли наш Олег еще. А, это вообще помню. Да, это даже своего стреляю. Он где-то там прячется, слышишь? Вон, я вижу, там где-то вдалеке прятался. Ну давай, давай, ищи его, побей ему ебало, давай. Ну чё, ну чё? Где они? Да где они? Они, а вот он! Попасть не может. Так, тихо. Без разминки сегодня. Без разминки. Чё? А где, подожди, как... Он присел, его может быть не видно. Присядешь, и тебя не видно, понимаешь? Не, подожди, а как залезть, пройти вот сюда? Я откуда? Откуда? Ой, бля. Все, его убили. Самый ценный игрок так, за наибольшее количество убийств. Выстрелов в этом раунде 318. Откуда меня убили-то? Да, я упал. Блин. Бля, бонихоп тоже не быстро. Короче, надо спидхак скачивать и сюда заходить. Да. А потому что без него никак. О! Это что? Что тут делать? А, здесь что-то нахрен, я не знаю. Связанное, не связанное. Я наверх полез, я не знаю. А где? Мне гранату не дают. А? Мне гранаты не дают. Ну надо гранатами попасть в очко. А мне гранат нет вообще. Зона покупки. А! На Е нажимай. А, я понял. А, все! Блин, я промахнулся, я понял, где делать надо. Надо кто быстрее заполнит, чья команда быстрее заполнит. Зеленые надо? Да. Мне кажется, черные. Нет, ну черную в смысле стрелять, да. Надо. Да, так у нас зеленые, видишь уже. Уже почти выиграли. О, я попал! Чисто в нее, отлично! Блин, уберись ты граната! Давай, да гранату мне. Мне не дают гранату. Сука, падла. Гранату дайте. А вы че? Блять, упал! А, вот здесь дали гранату. Да сейчас кто... О, все, мы выиграли! Что с ними дальше-то делать? Что дальше-то делать? Подожди, у нас лесенка, по ней все полезли, смотри, какая-то. Ну-ка, а что это за лесенка такая? Да не, ну вот, лазить надо, типа. Ну давай попробуем залезть на нее. Я не знаю, что это за лесенка вообще дает на самом деле нам. Но давай попробуем залезть на нее. Так. Там они, кстати, тоже залетают, смотри-ка. А там оружие наверху, и понял! И понял, давай. Пожалуйста, я тоже хочу пострелять в них. Давай! Ну, залезай! Здесь все оружие, где? Давай, быстрее! Минус, тут минус, отлично! Мало.
Минусы, минусы. Убил, убить одного. Я минус 3 дал. А, нет, у меня еще ассист был. Минус 2. Отлично, я тоже. Я сдох, упал! Я тоже. Сука. Скользнулся чисто на банане каком-то. Ай, не туда, стой! Нет, я не знаю, они как-то просто. Они у них слишком быстрый бонихоп, я не в курсе, как это они делают. Impossible, guys. О, смотри! Наверх смотри, наверх. Они спускаются, типа надо уворачиваться от них. Ворачивайся, ворачивайся, давай. Лёха, капец! Нет. А, вот, все, это тетрис, типа. Да. О, минус, там кого-то минусанули. Тихо. Успел! Нет! О, нет, она еще немного хп-то сносит сразу. Да, хорошо. Блядь, 25. Успел! О, так, стоп, в очко. Дырка. Ты любишь дырки, я знаю. А дальше-то что? А дальше что? Дальше... Ай, мячики! Ай, мячи, нет. Меня убивают! 10 HP. Нет, живи! Ты выжил, Лёха, ты живой? Да. Я тоже еще живой. Прикол в том, что надо было просто в углу стоять. А, да? А, дырка! Успел! Еще. А вон дырка! Дальше что? В угол, не знаю. А, вот еще. Давай. Справа. Давай, Лёха, живем. Где она? Вот, еще, помогу, давай. Так, а здесь что? Ой, да, лесенки какие-то. Быстрее, лезем. Ай, там кто-то умирает. Дальше что? Нет, тихо, я упал. А дальше что? О, открылось. Отлично, все, залез. Лёха, ты еще живой? Да, я не знаю, что. А, опять хрень не спускается, опять ну тут уже... Опять тетрис спускается, да ну нафиг, да ну... Блин, Олег, мы вчетвером остались, я еще в дырку, тетрис в дырку, что? Капец, так, давай вот здесь вот. Так, Лёха, живи. Так, отлично. Так, проходим. Нормально. Чуть не умер. Так, проходим. Так, давай. Так, ну в принципе. О, как близко было. Я сейчас живой. Ай-яй-яй, я умер. Я живой. Блядь, я сдох, двое осталось, сука. Капец, просто осталось двое, Лёха, понимаешь? А, и тут оставалось-то ножик. Блин, я уже вылазил, надо было прыгнуть, а я не знал, что они еще не пропали, сука. Ну, надо карту видеть, ребят, тоже знать, что... Просто вот на самом кончике, вот осталось совсем чуть-чуть, блин. Опять он проскрит... Сука, это бесполезно туда залазить тоже. Отлично, сломали видеокарту снова нам. Да, ребята, просто снова. Это... Так, ну где, кто там? Я ноускопчиком буду херачить. Или ножичком. Я попал, почему? Ай, бля, я ножом хотел ударить, он мне в голову дал, коза. Сенсей тупой. Ну я ж попал по чуваку, да меня убили. Ты тоже ни одного фрага не сделал и сдох? В смысле? Я вообще-то задел чувака, попал. Нет, я тоже задел одного чувака, но... Фрага ты ведь не сделал? А ты тоже пока фрага не сделал. Да я потому что сдох. А потому что я тоже сдох. Тут ничего не понятно, почему так все ярко, что с этой картой? Мне это нравится на самом деле. Честно, я сначала подумал реально, что у меня с видеокартой что-то не так. И чувствую, блин, опять новую придется покупать. Ага. Но нет. Блин, опять, что значит опять ты ее купил раз в один раз? Раз в один раз, нет. Ну, в смысле, один раз не пидорас, да? Второй раз как первый раз, ну ладно. Давайте, какая же интересная следующая карта. Давай, двигайся, сука, ну как он этот скачет, ну... Москаль тупой. Один и тот же террорист все время проскакивает, кстати. Блин, да? Да, а ты один и тот же чувак. Может это админ? Ну, я не знаю. Может випка какая-нибудь опять на сервере. Может прописывай там что-то, я не знаю. Опа, опять Леха. Оттачиваем сегодня мы аимчик наш, ребята. Просто тренируем, потом надо матчмейкинг идти полюбаса. Давай. Да блять, кто тут, сука, шарахается. Сдохни быстрее уже. Так. О, в смысле, там кто-то ножиком порезал. О, убил одного. Так, да я в него стрелял, ты его убил. О, еще одного убил. О, меня убили, ясно, понятно. Мне мешался чувак, сквозь него Лёха, пули проходили. Минус 4, минус 5. Ой, Олег разошелся. Минус 6. Минус 7. Давай, минус 8, ну давай, Олег, ну давай, патроны, ну чё? А, нет, патроны... Да, партизаны такие, идут. Давай, партизан, хрена. А я не вижу их, подожди, где они?
Я не вижу. Они были где-то здесь. Он где-то здесь, смотришь. А вон он. Да! Минус 8! Добил! Ты добил 5 раненых врагов! Да, в смысле, я хедшоты одни только ставил. Там, если попадаешь хедшоты, ну да, там да, там естественно, да, да, да. Капец, ребята! А мне не повезло, меня просто поймали, надо было идти реально, а не стоять на месте, сука, я тупанул. Давай, давай, давай. Ну давай карту, что там выбирает стоит, сука, козлина. Так, слушай, видимо, другой чувак пробрался, он выбирает. Да, ну он выбирает, что-то у него там задумался, видимо, слишком трудный выбор, да, что же выбрать? Ну все стрим, все хотят какой-то футбол. Бол, давай я тоже напишу бол. Да, я тоже хочу футбольчик, потому что... Мальчики... Прям как по... Вот прям как пожелание мое. Надо главное забить. Нет, стой, ворота! Отбей! Вратарь отбил. Вратарь отбил. Ёпта, он сносит хп по десятке. Опа! Идем в атаку, давай, мы должны их выиграть. Чем задавил? Я его отбил, атаку, контратаку, давай. На Е, наверное, нажимай, да? На Е и на чирканье. Сука, мяч на нашей планете, на ихней. Голосование на следующую карту начнется. О, уже следующая карта. Почти! Нет! Они что-то умно играют! Они умные какие-то, сука! Отбивай! Хорош! Сейчас я просто бегу за толпой, я не знаю, не замечал мы за толпой. Я тоже. Ну дайте мне допрыгнуть до мяча, пожалуйста. А, да, ешкой вроде. Нет! Нет! Капец, все, мяч ушел, Скидывай мяч, алло, наш мяч! Доктор! Как они так делают? Охренеть! Меч! Где он? А вон, на углу! Да! Он убивает людей, мяч! По мне садили! Нет, голосование, где мяч? Сдох один. Только меня мяч убили, меня мячом убили, Лёха, это что за футбол какой-то странный? Я тебе говорю, убойный футбол. Капец. Меня сейчас забьют. Нет, я отбил его отсюда. А где, ну так... Мяч на ихней половине вообще почти не бывает. Нет, ну мы перебрались к ним, конечно. Ну, конечно, у нас его убрали. У нас вратарь хотя бы есть, который это что-то делает. Ну, это да. Так-то вратарь у нас хотя бы нормально, ты говоришь. Опа, тихо, ворота пустые. Ворота пустые, ребят, вы чё, а? Это у них пустые, а мы забить не можем. Что утворит свой... У них вратарь так-то есть на воротах, и он вообще не уходит. У нас просто доноры какие-то. На своем месте. Какие-то доноры, сука, в команде. Стало меньше. Раки тупые. Что, нет, нельзя так делать. Это вообще не футбол, а реально странный какой-то. Не, ну приколюха, все равно. Давай, Rocket League, бля. Я даже не понимаю, как мячом отбивать. Нет! Нет! Я его отбил, ура! Просто головой. Офигеть. Сука. Ой, что они мутят, а? Убило. Ну давай посмотрим, кто... Какая команда, точнее, выиграет здесь. Просто сривидал. Офигеть, просто как по лезвию просто шел. Там мяч очень был близок. Очень было ворота. Близок. Они все равно какие-то мощные. Нет, они немножечком чиркают. Ну пусть они сами все забьют, давай. Еще бы не хопят сильно. О, давай, чувак, давай, должен. Косой, сука. Это было так близко. Он просто убивает их мячиком. Вратарь, дебил. Как так можно? Капец просто, а ты видал, что вратарь вообще делал в это время? Да, он прыгал. Он ударить не может по мячу. О, нифига, смотри, что творят. Я вот за чуваком, который мощный в той команде смотрю. Опа, за пандой. Опа. Я вообще смотрю за теми людьми, которые хотя бы мяч отбивают, хотя бы как-то с ним, не знаю. Обращаться умеют, да. Ну давай, чё вы на чё-то муку молите, давайте уже забейте, а? Да мне кажется, Лёха, это просто игра, я не знаю как. Это очень надолго будет, видимо. Ну хотя тогда быстро все прошло. Да, тогда нам сразу же... Там, я не знаю, там, видимо, половина людей не знала, что делать с этим мячом, все думали, что он убивает. Ну давай, ну... Ну блядь. А видимо правая кнопка сильный удар происходит, а все левые чиркают. Они просто этому панде подают мяч, чтобы он забивал, это бред. Да капец. Он уже сам себе забивать хочет. Подожди, в смысле? Подожди, а что сейчас было? Это только что террорист в свои ворота стрельнул и все равно ничего. Капец, так-то это автогол, ребят, так-то это нечестно. Да, ну смотри. Он же и забил, я в принципе за ним наблюдал. Ясно.
Просто все ясно. Просто ну, все ребята, понятно. На этом у нас карта заканчивается. И этот ролик, соответственно, ребят, они еще вон, видишь, эти мечи подают сами. Да, ну тут уже, в принципе, все. Да, спасибо, что смотрели данный ролик. Ставьте огромные пальцы вверх и подписывайтесь обязательно на наши каналы. До скорых встреч, ребята. Всем пока. Также, если вы хотите увидеть еще такие же мини-геймы, то пишите об этом в комментариях. Но на и не забываем про лайки в соответствии с тем, что вы хотите еще видеть этот мод. Пока!